Так, ну что, 8:00 вечера. Коробка в багажнике, в БХ семерке. Сначала она тянула этот ЛуАЗ. Теперь будем его чинить. Сейчас едем, ну не знаю, к главному специалисту Украины. Ну, по крайней мере, одному из главных точно, а может и главному. По ЛуАЗам везем ему коробку. У него есть для нас бортовые редуктора с понижением в сборе 1,78 понижение. Так, что еще хочу рассказать. В коробку сразу поставим блокировку, переберем коробку. Что-то там, конечно, полная жесть. Ну, сейчас вы все увидите, что там внутри. Я надеюсь, он сейчас быстро разберет при нас ее. Вроде как еще мы успеваем. Значит, ну, коробка, конечно, там масла не видно в ней, какой-то там солидол внутри, не солидол, а не грол там, самообразовавшийся в процессе эксплуатации. Короче, полная жесть. И масло, там ничего не вытекает, так оно смазано обильно этим негролом пластилиновым. Сейчас мы посмотрим, что еще, какие планы хочу рассказать. Теперь, конечно, работы у нас с этой машиной, видимо-невидимо, но как-то вот настолько приятная она, не знаю, что-то вот в ней есть. Я так как-то ни к одной машине такое у меня желание, скажем, такого большого, чтобы что-то с ней делать. Ну, что-то есть в ней, скажем так, не знаю, как оно получится. Ну, ребята, те, которые ездят, очень довольны. Ну, кто сделал? А, рулевую рейку будем ставить обязательно. Ну, там с гольфа угловой редуктор с транспортера, как в «Зеленой мечте» у нас, с Т3. Ну, и много там остальных доработок еще, конечно. Мотор сняли, вы видели. Суровые завтра разберут. И буквально там день-два начнем собирать его. В принципе, на него запчасти не надо ждать с Америки, как на Гранд Чероки. Сейчас посмотрим, что с коробкой внутри. Включил опять камеру. Забыл сказать. Все-таки хочу поставить резину 235-75. Не знаю. Ну, все как бы ребята ездят, не трогая рычаги, ездят на 205-75 на сафари. Ну, хочется сделать шире немножко и выше, чтобы все-таки в болоте было пятно контакта побольше. Ну, там бедлоки сделаем, не знаю. Или так приклеим, пока есть там у Белого Волка технологии. Приклеивает он герметиком покрышку к диску и вроде как не раздувается. В принципе, диски 15 у нас есть в наличии. Купить резину, она не сильно дорогая. То есть, в принципе, до резины пока дойдем. Хотя тут не так и долго. Коробка, мотор. Коробку сейчас чинить начнут завтра, я думаю. Мотор тоже завтра, послезавтра. То есть, в принципе, редуктора купим. И можно собирать. Ну, шкварня еще поменять, то, что из такого, то, что сильно уставшее. Ну и по трансмиссии там вы видели, да, такое жесть, конечно, полная. Так что планов много. Ну, кузов подварить осталось тоже завтра. Ну, не завтра. В процессе, пока все будет делаться, кузов будем тоже смотреть. Отрезать лишнее, оживлять. Будку, наверное, тоже срежем, потому что, конечно, все-таки, покатавшись в субботу в открытом, ну, настолько приятно. В открытой машине ничего не мешает, ничего не давит. Захотел — встал, захотел — вышел, захотел — зашел. Короче, то, что будку отрежем, однозначно. Есть идея, не знаю, оставить над головой жесткий верх. Ну, тоже это уже немножко не то. Ну, посмотрим, короче. В процессе разберемся. А сейчас коробка. Смотрите, я не обманывал. Тут царство ЛуАЗов, смотрите. Раз, два, три. Три там нету. А вот этот красавчик. Ну да, в принципе, 205-75
тоже не кисло смотрится. Может, и не будем 235. Ну, хотелось бы, конечно. Елки, у меня тут... Все есть у нас. У меня... Только после такой... У меня уже слюни потекли. Подожди, а это без с турбиной? Это с турбиной. 1,6? Да. Ёханы бабай, слышите, наверное, завтра уже суровый мотор. А вот и коробка есть. Стоит 1,6. Блин, у меня уже слюни текут, слышишь? Ну, это еще треба перебрать. А этот сделанный уже, да? Сделанный, там и кольца поменяны, все там. Охренеть, блин. Блин, и что делать? Да я сегодня не усну, слышишь? Что ты со мной делаешь вообще? Это ж тема. Слышишь, а 205? 205,75, да, так оно смотрится, блин. Нормально, может и не менять, да, себе? Так, вот наша коробка. Можем разобрать, чтобы показать, что там внутри? Да можем, сейчас скинем. Ну да, 205. Вот это Safari, 205,75. Да. Нифига себе. Вот я говорю, что будет вот тут упираться. И так она уже, бачишь? Она уже как раз в притирочку. Та то... еще есть место не, или нет? Ну, уже бачишь, за болт цепляет. А когда на... Когда полностью выворачиваешь, то уже... А, когда полностью выворачиваешь. Це максимум, що можна сюди вперти, щоб не розвиривати, нічого не розрізати. Ну, в принципі, нормально виглядає. Показ дизель. Вот это продається, да. Ти говориш? От тут ось це є. А дизель я показував. Я показував, вже знімав не раз. Да. Так ти глянь на кузов. Блін, кузов. А скільки этот стоїть? У мене є покупатель. Этот дорогой, да? Ну, не сильно дорогий. Та родственник там у нас теж хоче. Я б продав би його. Там сидушка, в мене є сидушка. Кузов живой. Кузов вообще бомба, блин. Двигло даже заводится, ездит. Едет даже? Да, конечно. Ну, я ему покажу, короче. Она заводится. Ну, правда, штатная комплектация, все штатное. Ну, блин, ну, такое да. Бери, занимайся. Да. Вот это как она есть. А тент продаешь? Да, ну там такие тент, галимый уже, зачем? Надо купить новый, да? Ну. Да я хочу, что гармыдар тот отрезать у себя. На что оно похоже, да, блин? Ты видел эту жесть? Да. А ты не видел или видел? Да, не заходи, не заходи. Посмотри, зайди, будешь плакать. Ну там тюнинг зато какой у меня. Нормальный GPR-а будет. Не, хороший. Да, живое, все целенькое. Не тронуто. В стандарте, да? Мотор стандартный. Ну так ты глянь, он не лей. Тут кузов бомбовский. Ну да, целенькое все. Ну правда ж по техпаспорту. Техпаспорт есть, по техпаспорту. Блин, тут даже, слышишь, петли сегодня я показывал. Там, короче... Вот тут люфт такой по 5 сантиметров в каждую сторону. Нет. Зроби его себе вперед, оно лучше. А, вперед? Потому, а, переделывают, да? Так там и петли просто кинулось. Тоже переделано? То, да, ну, а как же? Потому что, как ты кинешь оттуда, не залезешь. Ни хера. Ну, да. Сраку, оно же неудобно. Вот, блин, тоже лепили у нас, блин, такое что-то делали. 235, так, слышишь, рычаги, а где они их удлиняют? Ближе сюда, не знаешь как вообще, не видел? Я не знаю. Не занимался, да? А, рулевое реечное показать хотел. Подожди, вот угловой редуктор, да? А вон рейка. Ого. Блин, у тебя тоже в масле все, чтобы кузов не ржавел. Ну так понятно. Да воно-то там тече, оно, чтобы ты не химичился. Да я понял. Гидроусилитель стоит. Ну да, что-то сейчас, мучили. Сейчас вот фолловеры это... прозреют. Звонит, смотрите на этого монстра. Это ЛуАЗ, ребята. Приедь, забери-ка на запчасти. На запчасти. Мне с него редуктора. А тут что-то переделано, да, или нет? Нет. Все стандартно? Задний мост только, а там и... А редуктор назад... у меня тоже такой большой? Да, да, да. Мощный редуктор. И так редуктора как раз мощные, нормальные, они выдерживают. Смотри, сиденья крутые с москвича, блин, 412-го, блин. У меня, короче, вот тут, смотри, вот это все разломано. И люфт, ты когда увидишь, как я ехал, блин, люфт там жесть, короче, блин, вообще. Можно снять. То продается все? Вся морда. Вот вся морда, смотри, хорошая морда. Хорошая морда. Отличная. А что ты все трохи сейчас примет, а ну? Да, ты не видел. А, еще и с надписью ЛуАЗ даже. Конечно. Да блин, вообще, слышишь? Вот опа! Тоже, тут уже турбодизель. Турбодизель стоит. Тоже ж так. Блин, да что ж такое? А, так подожди, так влезло оно влазит тут. Влазит, да, оно все влазит. А я же не говорю, что оно не влазит. Мотор улазит, бомба. И цей радиатор улазит. Все блин, влазит. Короче, все, попал я в мир ЛуАЗов, короче. Я понял, меня... Отсюда же... Гранд Чероки... А, и бампер есть? Да, а он дорогой, все, нет? Все продается. Все продается. На разборку полностью идет. Короче, бампер можно купить сразу. Можно. А вот еще нижний, второй бампер, да? Ну, то вообще, это не бампер, это рама. Он на раме так и стоит. А, он на раме? 14-й цей, швеллер.
Охренеть, блин. Сварили раму, но это раму перебор для этого веса, откручи, да? Кузов там 4-8 болтов откручиваешь, и кузов поднял, короче, все остальное вот и ехать. Котлетос, короче, получился такой на базе Луаза. Не, ну прикольная машина. Ну только надо было ее до ума. Да, а там... им просто уже надоело, ты понял. Надоело. Тут же жигулевская коробка уже стоит. Жигулевская коробка? Да. Нивовская раздатка. Нивовская, и что, работает оно? Нихера не работает. Не работает, да? Нихера, а что ее разбирается, потому что... Что-то... Вибрация страшнющая, скорости немає. Короче, что-то неправильно, ну, там оно. Не по уму, да? Мудрували, мудрували, и кончилось тем, что им просто надоело, его, я так понял, катать, ты понял? Да, я понял. Он по тех станциях, он только на эвакуаторе. От одной к другой, да? Да, он на эвакуаторе его возвращает. Надо было тебе привезти, ты бы его до ума, может, сделал бы. А потом вот я же скажу, мне просто... Точно было... рама, смотри, елки-палки, да. Так с такого швеллера. Да, оно же неподъемное, блин, зачем? Надо с квадратной трубы было с меньшей варить значительно. 100%. Его бы хватило, тут запас на газон, да. Ну да, это ж такой вес. Слышь, мы только что снимали мотор, подошли втроем, морду подняли, пенек подсунули ногой. И за счет прелесть, что она легкая, блин. Она не тонет в дерьме. Вот в чем. Ну да, весь плюс. Накидали весу сюда еще, то есть швелю. Ну да, без... Она важит там 300 килограмм. Бессмысленно. Ладно, все, я понял, что нам это. Короче, вон наш мотор. Вон наш мотор. Я уже знаю, что на Таврию пойдет мотор с Луаза. И Таврия поедет. А на Луаз пойдет вот этот мотор. Блин, вот так все быстро меняется, короче, на глазах. Друге, а то думаешь, чого ж воно зроблено? Це ж гнуть. Зажигання. Полосочка железа. Дискові тормоза. Да, і впереді, і ззаді. Впереді, ззаді. Сейчас, спереди. Свет все включил. Красота даже. А, так это это, нифига себе. Это глазки те же. Это габариты. Да, ну, оно габарит, считается, да. Ходовые огни. Да, ходовые типа, огни. Вот сейчас не надо свет уже включать. Завел машину, дай поехал, не включаешь, ты свет, ничего. Оно только зажигание включили, оно уже надо. Блин, заряжена, конечно, не по-детски машина. Свет. А, у тебя же гидроусилитель же, да? Ближний, да, не все. Фурыч. Я ж ты показывал, там же ж ты. Да, ты показывал, блин. Давай в темноте еще покажем еще раз. Да не, ну эта машина нереально заряженная. Только шноркель выбивается из общего вида, надо переделать, конечно. То водопроводное это. Зато легкий. Ну. Пластмасса. И дешевый. И дешевый, да. Это же не штука гривен, как купить заводского. А что, есть на них заводские? Не, ну я имею в виду, за какой спаджерика там. Ну да, что-то. Да, это какая, за штуку там, гривен ничего не купишь. Там цены сумасшедшие, а тут 50 рублей метр трубы. Это да. И все, и поехал. Да, нормальная машина. Так, ну что, коробка вот, ждет нас. Коробка. Коробка. Сейчас я скрыть. Что ты, конечно, там... Саня почистил он. Там? Там где-то вовнутрь этот квадратик один упал где-то. А то я буду разбираться, вытащиться. Да я понял. Покажем, что там внутри. Что там внутри? Там внутри шестерни. Там должны, жесть внутри. Должны быть шестерни. Да, должны. Что-то там такая жесть. Это. Да. А, там эти, подожди, продолжение. Продолжение внутри. Сейчас я тебе покажу. Тут целый кулек мне передали. Смотри, полуося, посмотри, с какими-то болтами порезанные. Что это такое? Повыбрасывать все, да? Да, полуоси есть. Дорогие? 300 гривен. 300 гривен, блин, как мне нравится эта машина. 300 гривен да, полуоси. Это не Гранд Чероки вам. Да, не граната, что 300 баксов стоит. Блин, на Гранд Чероки дешевая граната 500 гривен, но это только граната и дешевая. Она у вас вообще, блин, последняя была бы ушная куплена за 140. За 140 долларов в Польше, блин. Граната с полуосью, блин. Это слышишь? Ну, у меня патрулевские мосты. Это с патруля короткая, полуось передняя. Но все равно жесть. Да. Блин, как мне нравится эта машина. Все, я уже перехожу. Наверное, Бэху семерку продаем. Гранд Чероки продаем, все продаем, короче. Машина зелёная. Так ты ж бачу, как она что исполняет. Пак, например, что исполняет. Охотник, то считай, никто там не проедет, где проезжает ЛОА. О, слышишь, ты померил клиренс какой? Не померил? Не умерил, взять можно рулетку. Давай рулетку, сейчас будем мерить на камеру. Сейчас снимаем крышку.
Блин, в предвкушении уже что-то внутри. А что там внутри? Ну что там может быть? Слышишь, есть носовой платок, чтобы я слезы вытирать? Может, ладно, ну, ты же сказал, что она ехала. Буду рукавом. Блин, ехала, это громко сказано, конечно. Вы ее сняли стоимость? Да, только что сняли. Мы же притянули. 410 километров мы ее тянули, блин. Саня, бедный. 11 часов. Это жесть. Ну, покажи. Ёлки, есть шестерни, блин. Да, шестерни есть. Шестерни есть, блин. Ты что, скажи что-нибудь. А что ты без сказать? Что-то скрежетало, не довключалось. А той нормально. Потихоньку. Короче, что-то полуживое еще осталось. Не, ну жить будет. Задняя все хорошая шерсть. Хорошая, да? Конечно. А что у нас скрежетало, не довключалось? Что-то мы... Или вот... Что было, я так и не пойму. Что-то выбивало, блин, заднюю, и потом и переднее выбивало, что-то мы не довключали вот этим рычагом, наверное. Не, может быть, выбивать, если... Робот. Работает, да? Работает. Что-то где-то... Что-то где-то там, блин. Да, что-то там... А, синхронизатор поломанный, да? Ага. Поломанный, да? Угу. Это синхронизатор зеленчий. Тихо. Падаю. Тихо. Неровный пол. Неровный. Это специально, да. Чтобы волынками заезжать. Волынками, бо. Так же не заезжать. Слышишь, пол такой. А на раз, это где это самое? По высоте или что? Да. Ну да, вон же тут. А, по высоте. Я понял. Я, допустим, не заезжаю. Приличный вал, он его, бачишь, телепается там. Ну, короче... А, подшипник. Короче, надо прокапиталить, да? Жить будет, да. Да? И прокапиталиться? Сделать. Сколько дней надо делать? Несколько, да? Дня два будет. Я понял. А что еще смотреть будем? Ну, ничего? Тебе сразу надо... Да, я ж не буду ей больше сразу брать. Тебе, ну, знаешь, да. Ты сразу и повышение ставить. Надо, можно, да? Если дизель бы ставить, то надо. Так подожди, повышенная четвертая, да? Да, третья, четвертая или просто четвертая. Третья, четвертая повышенная можно? Ну, у меня сейчас просто четвертая. Третьих нема. Я хочу ездить быстро. Все, все. 100 километров там. Хочу 120, чтобы ехало. Вот это повышенная? Это да, это четвертая. Так, ага. Третьих у меня просто нема. Я тебя понял. Там можно третью не ставить, 29, тогда четвертую, да, врубил. Там, да. В зависимости від того, як ти третю бы, четвертую яку ставить. Допустим, це все 30. Большого не було, я понял. Ця на 29, то есть по зубу добавляється. Кожен зуб, грубо говоря, 250 оборотів убирає двигателя. Ага. Ну, примерно. Це сама здорова на 1000 оборотів, убирає 1000 оборотів. Все, 30. Так от таку поставимо, 31, да? Зуб. Ні, то якщо таку, ну, і надо четвертою ставити. В третій. Чи це третій? Да. Ну, третю можна ж заказати, да? Я заказав, вони робляться, ну, зробляться вони через місяць, може. Ага. Я понял. Це ж не процес не 5 минутний. Поточити ті шестерні, все. Скільки стоїть? Шестерня дорогая? Дорогая. Ой, блин. 100 баксов штука. 100 баксов штука! А ты хочешь, блин. А третья тоже 100 баксов? Хоть и первая. Блин, ты меня по миру пустишь, короче. Нет, ну что я сделаю? Это же не моя... Ну все равно дешевле, чем на Гранд Чероки. Это же не моя... Вибач, мне надо завод, який назрос делается, все зубное. Блин, я знаю человека, у которого завод есть. Может, давай ему отправим? Давай ему отправим, пускай сделает. Пусть сделает. Есть образцы? Ну, у тебя образцы. Я понял, я поговорю. Сталь. Знаю кому, кого спросить. Да. Так что? А тут спереди, что тут, выжимной? А, надо другой же будет, да, ставить? Ха, нет. Если ты хочешь под дизель, под ця дизель. Колокол уже тебе не пойдет. Как не пойдет? А то ж тут колокол уже под Таврию. Ты ж подивил, как и тут колокол, а, бачиш? Это под Таврию. А ты подивил, как и там разница. Це под Запорожец, только две. Ага. Угу. Тобі треба така коробка, тому що плити діляться под такі, эту, под, да? Запорожську коробку, не під Тавру. А, це Таврічівську хтось знайшов мені, да? Це... Мотором знайшли. Ну так, да, то поставили просто. Треба виходити колокол. Або міняти колокол. В той коробці просто ставиться такі от колокол. Вони, ну, тот же колокол дефіцитний, да? Или ні? То есть знімається, ставиться Запорожський. Ладно. Отсюда дисковые тормоза. Вона ж не їсть, вона його.
Он как поставился, так и... Блин, ну хорошая машина была. Ну, задумка. Только тяжелая, неправильно немножко сделана. Кто им такую раму посоветовал? Я не знаю. Я жесть вообще. Можно в три раза тоньше было, или в четыре. Конечно. Так если там вообще квадрат... брать, квадратной трубы. Можно... Да нет, квадратная труба. Не, готовая труба 60. Или там 40 на 80, допустим. Там меньше можно. 40 на 60, да. Ты понимаешь, да и все. И зачем все. Это? Грать. Блин, мотор хороший тут, да? Хороший, заводится. Здесь там только масло течет, здесь поддона, где там, ну, то есть. А так заводится. Это мелочь. Тырк. Надо морду, да, отсюда будет изъять. Можно и цей снять. И капот, да? Морду с капотом. Короче, я понял.